Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим днем! Подсказкой и темой для вас сегодня будет польза либо вред от поедания животными орехов. Либо это грецкие орехи, либо мускатные орехи. Продолжая тему пользы либо вред от орехов, от применения и поедания орехов, скажу следующее, что ученые доказали в экспериментальных условиях, что животные, которые поедали ежедневно орехи, либо продукцию, содержащую данные орехи, пострадали физиологически. То есть панкреатит – это первое заболевание, заболевание желудка и кишечника – это второе заболевание. Печень и почки гарантированно пострадали в течение месяца. Поэтому такие продукты нужно убрать и устранить из рациона. Это информация для тех, кто в виде лакомств или, как говорят, понемножку, по чуть-чуть устранили данный продукт с рациона. Пользуйтесь и знайте, данная информация сегодня для вас. Всем спасибо!